Hey, what's up? Меня зовут FlagGK, добро пожаловать в игру под названием Starbound. Ну что ж, ребята, добро пожаловать на наш корабль. И сегодня мы будем путешествовать по нашим планетам. Будем готовиться уже к бою с Шузаснокрылом. Потому что сейчас я вам расскажу. Так, во-первых, я был на этой на этом астероиде не просто так. Я добывал медь. Что тут у нас? У нас серебро и золото. Вот, я просто сидел, добывал для того, чтобы фармить пиксели. Ну что, сейчас мы отправимся на нашу планету. Где наша планета? Вот, где наш дом находится. Мы туда отправляемся, и почему-то они каждый раз увеличивают и увеличивают постоянно запас нашего топлива. Вот эти хорошие механик у нас все чинит. А вот ты у нас, так как я понял, охотник. Капитан хочет, чтобы Флоран следовал. Флоран будет тут. Так, куда-то собираемся? А, то есть я вот так могу их брать с собой, либо ты остаешься. Флоран останется здесь. Все, этот со мной пойдет, этот остается здесь. Я так понял, командовать их, вот командовать ими так надо. То есть подходишь к ним, все дела, вот они, вот невооруженный нужен, он пойдет с нами. Так, ой, у меня тут всякого мусора дофига. Я, вы видите, просто практически все почистил, все убрал. Мне нужно убрать вот это дерьмо, почему-то оно здесь вообще оказалось, не знаю каким образом. О, не удалялось. А, удаляется, все. Let's go! Я вот так отшляпал его. Типа, ты идешь со мной, братан. Смотри, какой ты мне, братан, ты всего лишь мой. Чего, чело? Вау, смотри, красава. Только знаете, почему я говорю так странно? Опять, видите, я короче, не могу сказать. Ужасно крыл. Я не знаю. Странно очень. Почему произношу это? Вот как видите, я тут много всего поставил. Я все сюда, в эти ячейки сложил. Это всего лишь штука. Один вольфрамовый слиток стоит. Здесь пиксели как раз-таки мы сейчас будем перерабатывать. И сделал также штучку. Где крафтить бинты? Я даун купил 20 бинтов, хотя я не знал про это. Я думал просто все там какой-то баг уже. Все там версия старая. И ничего не смогу сделать. Оказывается, могу. Все, я могу сделать. И... Лоханулся, ребят, короче, вот я сделал, спокойно. Пустая бутылка, факел, доски, ничего сложного нету. Сейчас что мы делаем? Наши руды, все мы переделываем, пережариваем. И я вам расскажу. Вот, зачем я фармил медь? Для того, чтобы эту медь превращать в пиксели. Просто ни для чего больше они не нужны нам. Видите, вот пиксели уже 2000 пикселей, все. Почти 3000 пикселей я просто нафармил, немножечко побывав на астероиде. И больше ничего не делал. Так. Смотрите, попадать пытается. Также я апгрейдил, точнее, я уже приобрел шлем воробья. То есть я его скрафтил. Где-то шлем воробья, хочу показать вам крафт. Слиток вольфрама и хлопковая пряжа. Хлопковая пряжа, вы сами знаете, как делается. Не зря у нас хлопок растет. И что я понял? Нам, ну, как, так как я сделал вот эту штучку, нам нужно сделать бинты. То есть бинтов дофига, много бинтов. Вот, сделал 100 штук. Не хотел так ровно, но оно случайно получилось. То есть тканный материал делаем. Вот он здесь делается. Из растительного волокна. Растительное волокно это у нас. Здесь я так как все уже выбрил, не знаю, то тут нету. Посмотрим где-нибудь в других местах. Этот даун со мной идет уже? Ау. Во, вот это у нас, например, растительное волокно. Смотрим. Оп. Все, растительное волокно, отлично. Оп, вот, допустим, 24 штучки. Это у нас получается уже... Ну, много, короче. Много. Не могу считать, я тупой. Вот так потихоньку добываем. Конечно, там был гайд какой-то, где рассказывалось... Руководство, сейчас мы откроем. Как раз таки наше главное руководство, по которому будем следовать. Оно связано с Ужаснокрылом. О, я нормально сказал. Ужаснокрыл. Не Ужаснокрыл, а Ужаснокрыл. Еее! У нас получилось. Ну все, короче, мы где-то на 10 штучек. Это у нас, ребята, 4 бинта вроде. Не знаю точно. Также мы уже сегодня можем разместить телепорт, который я купил. Не просто так я его купил. Я и не ставил, хотел с вами это сделать. Разместить этот телепорт вместе с вами. Чтоб типа... О, откуда у тебя это? Ну, в принципе, большинство, что у нас тут есть, это у нас... Пойдем. Хочешь? Да, хочу. Все. Телепорт у нас. Чтобы мы из любой галактики, из всего этого любого, мы телепортировались прямо сюда. Все. My house. Ну, my home, ладно. Вон он.
My home. Потом мы будем потихоньку это переделывать, дом доделывать. Ну что, некрасиво. Букмарк, все. Теперь мы можем вот так спокойно путешествовать, телепортироваться куда угодно. Так, сейчас сделаем быстренько тканый материал. 17 штук мы сделали. И делаем бинты. 9 штук. Окей, мы сделали 9 штук, у нас 109 бинтов. Теперь мы можем отправляться, так как у нас есть полное обмундирование, так сказать. Это я понимаю, это он что-то хочет тут. У нас есть фул броня. То есть максимум все, что я могу на этом уровне сделать. Ближний бой, конечно, у меня фиговый. Но лучше я не нашел. Все, что возможно, все, что... Вот так вот. Все, короче, что мы? Капитану идем, Кэпу. Выбираем ужасное крыло и сражаемся. Let's go, пробуем. По КД будем использовать бинты. По КД. Не просто так мы это все сделали. Let's go. С собой можно вообще? Да он же придет со мной. Да, он со мной пришел. Сейчас будем разбираться. Все. Дерутся парни. Бинт. Отлично. Все, прилетел. Прилетел, ублюдок. Получай ракетой. Получай. Блин, он, конечно, много наносит. Будем пока да сейчас бинт. Нельзя мазь юзать, бинты надо. Потому что КД, КД, ребята, КД большое. Стреляй, стреляй, братан, что ты? А, ты мечом? Ты херачишь, ладно. Давай, давай, я буду ракетой. Вот этой штукой. Ну ты немножко дурачок, конечно, зачем ты его мечом херачишь? Только смотри, чтобы он тебя не грохнул. Ты мне еще нужен. Ох. Правая кнопка самонаводящаяся, понял, это круто. Хорош. Фигачим, фигачим, давай, братишка. Братишка, давай. Куда летит, непонятно. Давай, давай, давай. Оп. Чуть-чуть, 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 давай. Мы уже четверть сняли ему, братишка, братишка. Давай, давай, давай. Ты тут вообще какой-то, не знаю, исламист. Воу, упал просто. Давай, 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 фигач, фигач, фигач. Фигач. О, все, 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 нормально. Ну, стреляй. Вот то, что она стреляет не сразу, меня бесит просто. Короче, правая кнопка мыши быстро летит. А левый заряд какой-то делается. О, смотрите, как уже урон наносит мне бешеный. Все, 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 просто по КД, по КД, по КД юзаем. Давай, бешеные пингвины. Давай, 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 оп. Так. Ну куда он? Где он? О, упал. Давай, 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 фигач, фигач. Фигач. Хорош, все. Нормально. Зачем мазь? Зачем мазь юзанул? Даунидзе. Мазь юзанул. Ой, дурак. Дуралей. Воу, воу, воу. Полегче. Фух. Я чуть не сдох. Давай, 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 давай. Блин. Тихо, тихо. Мазь. Смотрите, мы уже 10 мази всего лишь потратили, ребята. Хотя по гайду написано было, что нам понадобится 50 мази. Оп. Ох, урон все равно тут это был неизбежный урон, как говорится. И где корабль? А, знаете, надо немножко вот так сделать, чтобы видеть, где он. Камера, так сказать. Давай, давай, давай. Туда не идем, там опасно. Давай, давай, херач. Мазь, мазь. Ой, бинты, бинты. Давай, давай. Мы почти все сделали, ребята. Мы почти убили его. Давай, совсем чуть-чуть осталось. Бинт. Тут урон в любом случае получим. На. Все. Все. Победили. Забираем. Пингвин ужасно крыл. И на фортпост. Мы победили его. Наконец-то. Гип-гип. Ура. Все, пингвин. Пингвин. Братан. Вот там заработало что? О-о-о-о, все заработало, бар, все вот это, еее! Дублон. Вот, как раз таки дублоны, это крутая штука. Сколько там, что там стоит алмаз за эти? 4, 8, что? Ну ладно. Дублон. Еее! Дублон. А я могу нанимать, да?
За... за один дублон этих пингвинов нанимать могу, я понял. Я все понял. Спасибо, я понял. Ну все, смотрите, эти бандиты, они уже это ожили, все, типа, ты с нами теперь, о, все такое. Так, я хочу кое-что проверить. Так. Сколько дублон продается? 1000. Невыгодно. Один алмаз сколько стоит? 240. Нет, невыгодно. Ну, раз мы взяли дублон, ребята, то давайте нанимать пингвина. Чем больше экипаж, тем круче. Так, этих флорану дойдет тебе нормально, братан. Выглядишь круто. Вот давайте вот это возьмем. Let's go. Все, новый член экипажа. Будем Да, отвали, блин. Кстати, сейчас нужно посмотреть, у Мишки продается алмазы. Если да, то мы будем делать себе экипаж. Говорится, тут закрыто пока. Ну, все, у нас ужасно крыл улетел. Остается нам, ребята, сейчас гладиаторская арена. Ну, тут титан, который нам нужно будет купить потом. Чуть позже сделаем. Но сначала гладиаторская арена. Отслеживать. Пошли. Кстати, не открыли, открываем. Читаем кодекс. Все, отлично, кодекс есть у нас. Что у нас? Модуль манипулятора. Вот модуль манипулятора я очень сильно хочу качнуть. Очень сильно. Я хочу, вот чтобы у меня прям быстро это все делалось. Кстати, мы можем пингвина с собой взять? Но давайте возьмем, ладно. Пойдем, так сказать, в соло. Готов. Попробуем. По крайней мере, попробуем, ребята. Не получится, окей. Дратуй ты. Засвидули. Захожу. Я готов. Так. Сейчас. Готов. Сразу. Шмаляем. О, урон пошел. Бешеный урон. Надо стрелка, наверное, как-то в первую очередь грохнуть. О, я же прыгать еще так могу. Подождите, что мы уже... Одного отфигачили? Все? Вы серьезно? Ну ты дуралей, что ли? Ну, дуралей, вставай, давай. Не надо так. Да. Ты сейчас грохну, ты дурак, что ли? Я сам грохну. Не волнуйся. Ты дурак. Нас нету больше нашего... Чё, мы победили? Вот серьезно, вот... Вот ради вот этого я потерял своего... Это супер. Это лучшее вложение. Победить гладиаторскую арену, но потерять одного юнита. Это дурак, потому что прыгал по... Ладно, надо было соло все же пойти. Все, надо было в соло, ребята, я дурак. Я дуралей! Где этот кубок? И зачем он? Табличка гласит, золото ярко лишь на свете. Принуждается за героическую победу. Ура! Ну, кстати, на корабле можем поставить. Ну все! Все наши квесты выполнены. Это у нас, кстати, на песочной планете. Я не... Ну, я путешествовал просто по этой планете. И вот такой квест взял. Отказаться. Эти, я не знаю, что они мне отходят. А от них тоже отказываемся. Потому что это на... Ну, сырая рыба была вроде, да? Картофель. Сырое мясо, пшеница. Квестовый какой-то предмет вроде был. Сырая рыба. Я вроде куда-то делал, не помню. Серьезно, не помню, может быть, выкинул вообще. Короче, забейте. Просто забейте. Все, отправляемся на наш корабль. И... Живой! Ты живой! И... Все, я рад. Вы тут босс. Я могу подождать здесь. Да, все, круто. Знаете, пусть... Так, вы тут босс. Капитан... Да, все, следуйте за мной. Итак, ребята, сразу что? Что сразу? Что Джонни хочет? Мы, ребята, открываем нашу... нашу планету, вот она. Вот. Добавим на всякий случай. Нет. Вот. А, мы можем определенный планет, окей. Наша...
Ладно, просто наша. Вот так вот. Оставляем здесь. Теперь мы, имея здесь точку, мы отправляемся в умеренную звезду, которая находится здесь. И нужно нам найти планету, которая покрыта океаном. Вот она. Вот наша планета. Ну как наша? Она пока не наша. Но нам нужно сюда. Тратим топливо и отправляемся. Потому что, ребята, мы будем уже выполнять второй артефакт. Это хилотлы. Хилотлы? Хилотлов, да, хилотлов. Раз хилотлы, значит хилотлы. Их мы будем эти подсказки искать. Именно на этой планете у нас все это происходит. Поэтому сейчас делаем такой космический прыжок. Мы, конечно, не так быстро сделаем это. Прыжок совершается пока что. Как мы видим, когда мы путешествовали по нашей системе, это было все по-другому. А тут, видите, мы прям летим. Просторы вселенной, разрезаем звезды. Просто летим. Но именно на эту планету нужно. Потому что там только такие подсказки. Вот тут даже все написано. На планетах покрыты океанами. И охотятся за уликами. Ну, как раз таки мы сейчас будем охотиться за уликами. Мы как раз таки прилетим. Мы уже в новой будем системе. К сожалению, эта система никак не связана между собой. И поэтому тут всего лишь одна система. Умеренная звезда. Ну, туда мы летим. Тут мы будем чуть-чуть выживать. Когда мы достаточное количество ресурсов уже накопим, мы сделаем... У нас есть такое ранится. Мы сделаем радиоактивный. Где мы будем путешествовать по радиоактивным планетам. Поэтому что? Текущие деньги нам нужно тратить на новые уже... Новые... Одежку. Новую одежку нам нужно уже сделать. Потому что будет опасно немножко. Ну что ж, спустимся на эту планету в следующей серии. На этом заканчиваем. Спасибо, что посмотрели эту серию. Не забывайте подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх под этим видео. С вами был FlexGK. Всем удачи, всем пока.